Чем увлек второй Майдан большинство граждан страны? Ну, понятно, было страстное желание освободиться от всевластия донецких, которые никак не хотели умерить свой аппетит и нагло давили бизнес-конкурентов. Такую же ненависть вызывали чиновники. У них отказали какие-то там внутренние тормоза, и они уже не стесняясь, чуть ли не средь бела дня хапали все, на чем остановился жадный взгляд. А еще вызывали омерзение многие судейские, позволявшие себе жировать на чужих бедах и общем бесправии. Если собрать вкупе перечисленные причины, то станет абсолютно ясно, даже первоклашке, что температура народного гнева зашкалила. И тогда вновь родился Майдан. Второй. На Киевскую площадь пришли разные люди. Были там обыватели, но встречались и довольно часто люди, не только имеющие свой бизнес, но и управленцы серьезных компаний. Такая же картина наблюдалась и в Одессе. Рядом с бузящими по любому поводу активистами из радикальных организаций я видел и опытных менеджеров, и успешных рестораторов, и яйцеголовых умников из большинства вузов Южной Пальмиры. На вопрос, а что будете делать после слома режима, слышал ставший уже традиционным ответ. Пойдем во власть. Ну, все правильно. Опыт первого киевского Майдана представил доказательство того, что если управленческий аппарат страны не влить свежую кровь, всерьез не заняться кадровым вопросом, не избавиться от коррупционеров, то толку от очередной революции ждать нечего. Правда, вызывало опасение искусство оседлать бунт, присущее украинской политической элите. Но меня уверяли, что теперь такие вот фортеля не пройдут. Оказывается, прошли, ибо в новом кабинете министра Украины можно было увидеть персонажей, которые в разные времена присутствовали как в правительстве Тимошенко, так и в правительстве Азарова. И тогда оставалась надежда, что только обновленный парламент сможет сломать эту тенденцию, познакомив нас с совершенно новыми лидерами. Не получилось. В очередной раз. Представители Майдана говорят, что созданная еще Януковичем Верховная Рада не захотела менять закон о выборах. Отказалась голосовать за открытые списки. Оставила смешанную систему. Все это, естественно, мешает обновлению законодательной власти страны. Так-то она так. Но почему на этих самых депутатов не оказал давление второй Майдан? Как в Киеве, так и на местах. Куда ушел весь революционный запал? Неужели он весь испарился и превратился в свисток? Хорошо, допуская, что парламентарии старого образца не захотели ломать удобные для них правила игры. Использовали обман и околпачили революционную массу. И такое бывало в истории. Но кто мне даст ответ на простой вопрос? Почему в той же Одессе, где по утверждениям местных евромайдановцев большинство населения их поддерживает, мы не видим в списках по мажоритарным округам новые лица? На манеже все те же. Отставные чиновники, побывавшие в разных партиях бизнесмены, депутаты местных советов, которые не в первый раз хотят поменять залы заседаний в Одессе на заветный киевский купол над головой. С некоторыми из активистов городского Евромайдана мне пришлось общаться на эту тему. Ответ поразил меня. Сводится он к тому, что выборы требуют больших денег, а они имеются исключительно у олигархов или у кандидатов, кого те поддерживают и спонсируют. Оказывается, без бабла о реальной победе сегодня и речи не может идти. Агитация нужна? Нужна. Телевидение денег требует? Требует. Штабным работникам платить надо? Надо. Стоп, господа, остановитесь. Эти рассуждения подходят для политиков того поколения, которое вы требовали сбросить осенью и зимой на втором Майдане. А сплотить вокруг себя соратников, что каждые выходные как на работу приходили к Дюку, закутавшись в национальный флаг.
а пойти по дворам и постучаться в каждую квартиру, чтобы рассказать обывателю свою программу построения не только новой Украины, но главное, новой Одессы. Какие здесь нужны деньги? Вопрос так и остался без ответа.